Я тут, представляете, своих отправляю на Или. Едут все. Сайбель, Вова, Клим. Вот уже 25, то 23, то 25. Не, надо встать, чтобы потухло. Потом. Нет, давайте вы сейчас не будете взвешиваться. Не будем. Вам надо, да? Дед уже вас ждет. Собираемся. Что взять? Так, что ты тут набросала? На, вот. Это я уберу все, это не нужно. А что взять надо ей? Бабуля уже все сложила. Что их сложила? Ты свое сложи, свое. Хорошо. Все детские вещи сложены. Вова, рюкзак не... Там холодно вечером, Клим? Нет. Что там делать вечером? Так же, как и здесь. Да. Карты играют. Клубы туда. Нам раков смотреть. Кого? Рак. Клубы. Рак. Хорошо. Пойдем. Мама, ты взяла подходящую зарядку для того, чтобы... Да. Я всунула в него. Все, давайте, берегите друг друга, Вовчика. Для него это стресс. Так что воспитывать его там не надо. А что это, мы не пойдем на улицу, что ли? Пойдем, пойдем. На, Вовка, это теперь я не фонарик. Пойду. Вова, вот твой фонарик. Я не пойду провожать. Почему? Вот это твой фонарик. Вот еще пауэрбэнк заряженный. Чего вы не берете его? Он еще не на полную заряжен. Ну и что, Вова, чуть-чуть зарядит все равно. Вова. На. Да тот, может, вообще какой-то глючный. Он плачет. Я не знаю, что. Он хочет фонарик. Дай ему какой-нибудь фонарик. Ну дай ему фонарик. Клим, я ждавала. Он не хочет этот фонарик. Вот этот жик-жик-жик. Да, не хочет. Он хочет тот, который черный. Деда Вовы. Он который... Ну, деда Вова сейчас даст тебе. Дадим, у деда Вовы мой фонарик. Все. Кепку себе взял? Да. Они там ждут, что ли? Да. Вова, бабушку поцелуй. Вова. Все, давайте, пока. Да. Люблю. Вова. Вова, бабуля, поцелуй. Люблю. В общем, собрались на Или. Мир современных технологий. Вы посмотрите, блядь. Едем на 2 дня, 4 человека. Вот она тоже полная, ее открыть невозможно, она сразу ломится. Столько вещей. Вот мои вещи. Вот мои вещи. Все. Остальное это что вообще? Кушать, пить, ничего не будет. Вот я и хочу купить сейчас, покушать, ничего попить. Не надо, а куда складывать, нет, я не знаю. Не надо, мы все забрали, все взяли. Капец, на сутки ехать, вот столько вещей. Это как это. А тренер сказал, будет привал, да? Клим, Вовка. Клим, Вовка. Все, поехали? Да. Пока, я не поеду с вами. У меня свобода, я своих отправила на Или. Мы решили тоже зря времени тратить. Поедем вот с Юлей, вот с бабой Лизой, с Мартой поедем купаться. Что нам делать дома сидеть? Хотя надо порядки наводить, но это от нас никогда не уйдет. Дизу, дизу, чуть-чуть хоть поснимает, и никто не поверит, куда мы ездили. Тут тучи, смотрите, темные, людей никого нет, мы тут одни почти. Ай, гляли весело. Катя, держи, ты не... Да держу вам за ручку, держу. Ей бы и на Или было весело. Боишься, да? Там собаки, алабаи гуляют. О, наконец-то приехали. Вовка хорошо уснул вообще. Спит до сих пор? Спит, да. Зачёрный. Климось, что-то соскучился? По Или? Да. 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 Собак боишься? Там 2, вон там на входе 2 новых. Они как у нас. 2 новых алабая. Вон нас кто-то обогнал там. В туалет бежит. Здорово! Я не вижу, она есть. Клим. А вон алабай бежит. А, страшно, там на входе 2 алабая. Видишь, здоровые? Там 3 алабая. Пипец. Уже раскладываемся, ставим палатки. Здесь одна будет, там вторая рядом с машиной. Клим. Вовка спит. Шипит, уснул. Муха мешает, что ли? Муха мешает. Клим уже искупнулся. Вовка, ты не проснулся? Одевайся, пойдем экскурсию тебе сделаем. Покажем, что как. Давай. Еще хочешь пить? Что ты хочешь, мой хороший? Ой!
Пьяный. Не выдумывай, он просто проснулся только что. Иди-ка мне умой горошек, иди-ка. Сейчас на ручки возьму. Вот такой. Вот так бы я всегда питалась, если бы у меня не было семьи, там, детей. Не для кого готовить. Вот это моя любимая еда, если честно. И вот салатик, который остался с обеда. О, у нас тут уже костер горит вовсю. Че, кто кого? Мы всех. А они нас? А вы попробуйте тоже нас. Кто ведет? Не стесняйтесь, самое главное. Давайте, идите к нам. Сейчас. Прям римские патриции. Вовка! Он здесь. Ига, будет фаер-шоу? Фаер-шоу? Так, ребятки, угли уже готовы. Все уже. Близко не подходи к нему, горячо. Большой надо огонь, да? Да. Но он же сгорел. 8 утра. Все уже просыпались. Ровно 8 утра, да? Один Вовка еще спит. Сына, ты как? Выспался? Нормально? Пошли нырять? Не-не-не. Холодно, да? Да. Сейчас, да, ну вон встала. Клим! О, разогнались. О! О, гоняют как, а. По течению быстрее получается. Там Клим в центре сидит, глаза закрыл. А, чё, Клим, как? Накупался? Я накупался, точнее, нагонялся? Да. А? Да. Ветрено. Особенно по течению, да, клево? Да. Я еще потом хочу. Ну да, потом поедешь. Это мы до воинской части доехали. А, туда вверх? Да. А, далеко. Мы да. Потом довольно-таки дрифтили далеко. Там. Круги нарисовывали. Ну клево, да? А я смотрю, ты там в центре сидишь, глаза закрыл, нет? Нет, я глаза. Открытыми глазами. Эй, ничего себе, по волне! Чуть не падаю. Время уже без 10:10. Вовка как спал, спит. Идем вверх по течению, да, сплавляться на речке. Да. Пойдем. Мне жилет, я же не поеду с жилетом, зачем мне жилет? А зачем? Вова за уши меня держит. Оденет, оденет. Кто жилет оденет, я? Ты. А, ну ладно. Вовка! Беда! А зачем тогда мы круг несем? Ничего, нормально, пусть он в кругу, там жилет. Ты что за мои уши держишься, а? А будто я буду падать. Да, вдруг будешь падать, а тут уши помогут тебе. Да, а уши будут. Вот тут с Мартусиком гуляем, на улице прохладно. Как там наш Вовчик? Переживаю больше всех за него, потому что Клим там много раз был. Прибежали с Мартой домой, еле, фух, все промокли. На улице начался дождь. Такой классный. Блин, я не представляю, как там мои пацаны на Или. Мне кажется, там такая холодрыга. Переживаю, блин. Да, Мартусик? Где там наши мальчишки? Дома тишина, спокойствие. Как так? Арбуз не доедаю одна я. Придется, наверное, выкидывать. Сейчас картошки себе опять сварим. Вот так и туда, на поляну. Ага. Можно. Держишься за меня? Плывем. Плывем. Ой, хорошо плывем. Ты держись за круг. Держишься, я сейчас гребсти буду, Вова. Да, этот круг лишний, лучше бы он за меня держался. Да. Дед сзади плывет. Вовка, клево. Да, плывем. Плывем. Я синий. Какой ты? Синий. Ты синий? А, сильный. Конечно, сильный, так плыть. Пока, деда, мы уплыли от тебя. Я тебя догоню. Вот потом.
Нет, Моля. Да. Это Моля. Моля. О! Вот это мы искупались. Я тут чуть-чуть, можно сказать, заморочилась. Вот приготовила себе салат. Можно поесть чеснок, лук, пока моих нету. Сделала себе вот такой супер соус для салата. Из тахини пасты, из горчицы, лимон и такой сиропчик. Вот, и еще семечки поджарила. Этого соуса, кажется, хватит еще на раз. Не буду весь тратить. Вот такой чудо-салат. Буду ужинать. Еще у меня авокадо и картошечка. Попарились. Фух, день удался.